В условиях пандемии главное – поддержать людей пожилого возраста. Депутаты «Единой России» вместе с командой партийных добровольцев приходят по адресам, где проживают пенсионеры. Приносят продукты, лекарства, помогают советам. Это решение партийного руководства. Местные власти инициативу поддержали. Сегодня добровольцы обошли 9 адресов в микрорайоне Сходня. Мы эту помощь оказываем в ежедневном режиме. Сегодня посетили, вот сейчас только что были у Галины Васильевны, которая поблагодарила и задала целый ряд вопросов, интересных вопросов по тем жизненным ситуациям, с которыми она столкнулась. Помогать делом и советам добровольцы продолжат. А вы оставайтесь дома и берегите себя.